Давайте запасемся отличным настроением и поспешим вслед за коровами. Это самый лучший способ для любования Дунсу. Шагая по Дунсу, мы ощутим неспешный ритм жизни традиционной тайваньской деревни. Именно здесь перед нами открывается вся красота. Ряды красных кирпичей, слои черепицы и старинные санхо-юани. Все это страницы истории. Наш друг Се очень дорожит Дунсу и просто не представляет свой родной край без этого очарования. 台北我知道很多台北都里外的乡亲，他们就对怀乡故乡的情，那我们想说，哎，要回来就，哦，趁早回来，我们这年轻的哈，出去的人现在又回来，啊，慢慢把这个社区哈，透过社区营造起来，哦啊，所以农村就慢慢哎又活络起来。 Местные жители говорят, если вы здесь не собирали устриц, считайте, что не были в Дунсу. Этот вкус устриц невозможно прочувствовать и оценить, если вы не собирали их своими руками. Старики говорят, чтобы по-настоящему понять труд крестьян и проникнуться глубокой благодарностью, надо своими руками приготовить ангугой. Усилиями всех жителей Дунсу снова обрел свою простую красоту. Вместе весело преодолевая трудности, мы разделили с Дунсу его теплую и прекрасную атмосферу. Тихая река Пудзы, размеренная, спокойная жизнь и любовь молодежи к родному краю. Дунсу оставляет много теплых воспоминаний. Теперь Дунсу – моя вторая родина.